вызываю на сцену ведущего сегодняшней встречи, члена клуба «Оптимум Форма» Владимира Ходового. Уважаемые члены клуба, уважаемые гости, у нас сегодня с вами очень широкая тема «Культура для бизнеса, бизнес для культуры». Тема настолько широкая, что лично мне пришлось обратиться к вашему вице-президенту по образованию Ирине, чтобы она мне ее немножко разъяснила. И как пела группа «Ума Турман», а бы кого не берут вице-президента по образованию. И Ирина мне мастерски рассказала, что преимущественно сегодня мы с вами будем говорить о роли культуры в нашей личной жизни и о сохранении внезапно объектов культурного наследия. Встреча необычная по нескольким причинам. Первая – структурная. В первой части нашей встречи, там, где у нас обычно подготовлены проекты, после первых двух речей будет панельная дискуссия. Панельная дискуссия будет у нас с вами о, собственно, о том, как бизнес может и должен эффективно использовать эти самые объекты культурного наследия. Ну, мы с вами немножко не на ту сторону окна выходим, как я планировал, когда речь готовил. Но если бы мы сидели в той аудитории, мы бы увидели дом Наркомфина, который бравые ребята из кофемании, быстро набравшись опыта на отеле «Мост» на Покровке, очень оперативно отремонтировали, сейчас там продают квартиры где-то порядка, я смотрел, на 20-25% выше рынка, и, видимо, спрос есть, потому что квартиры уходят. Чем неэффективно использование объектов культурного наследия бизнесом, да? Вторая причина, по которой встреча довольно необычная. Сегодня у нас один эксперт, хронометрист. Для меня эта новость немного печальная, потому что, например, отсутствие ухмастера означает, что я не смогу сегодня выбрать зефирку или там какой-нибудь фрукт. Поэтому я сейчас немного грустно выступлю эту сцену нашему таймеру Марии Хелмутовой. Вот в конце встречи я выступлю с отчетом о том, как мы все справились сегодня. Желаю удачи!